уважаемые зрители! В наш современный 21 век мы все привыкли слушать так называемую компьютерную музыку. А если это солисты, то зачастую звучит так называемая фонограмма минус. Но именно сегодня для вас настоящий живой звук оркестра. Ведь живой звук — это настоящие живые эмоции каждого исполнителя. Будь то оркестр, дирижер или солист. И сегодня на нашей сцене оркестр духовых инструментов «Любимые мелодии» под руководством замечательного музыканта, трудоголика, настоящего мастера своего дела Валентина Сергеевича Чижова. Аплодисменты! Более 20 лет в Новоскольском районе существует духовой оркестр. И из них 18 руководит заслуженный наш замечательный человек Валентин Сергеевич. Аплодисменты бурные! А также аплодисменты бурные каждому играющему исполнителю. Следующая музыкальная композиция. Ян Френкель. «Погоня». Музыка из кинофильма «Неуловимые мстители». Встречаем! Солист
Олег Синютин. Thank you.
Рио Роджерс. «Лазурная луна». Не только для солиста, но и для всех оркестрантов. И вот сейчас для вас замечательный уникальный сюрприз, потому что на сцене любитель вокала, замечательный Сергей Щекин, который уже покорил наших новоспольских зрителей своим уникальным тембром голоса, для вас он исполнит Арно Бабаджаян «Благодарю тебя», а также Георгий Мавсиян «Легенды расскажут». Итак, обладатель замечательного бархатного баса Сергей Щекин, и не только баса. Thank you.
Часов назад
весной. Пусть у вас будет в душе точно так же, как на улице. Пахнет весной, счастьем, радостью и всем самым-самым наилучшим. Как бы взглянуть тайком, хоть бы одним глазком. Там, где туман, там, где река и облака. Переведи стрелки часов назад. Пусть они не летят, как бы взглянуть тайком, хоть бы одним глазком, там, где туман, там, где река и облака. Там, где туман, там, где река и облака. Спасибо. Ну, передохнули наши оркестранты. И вновь на сцене оркестр любимой мелодии. Валентин Чижов, аплодисменты. Которого на вишне раскрутили.
наливай. Задор все тот же, хоть и стали мы взрослее. Гарсон, полни бокалы, наливай. Задор все тот же, хоть и стали мы взрослее. Бывал, загрустили мы с друзьями, когда тоска стучалась в гости к нам. И журавли на весь кабак звучали, обиды радости делили пополам. Придет пора, и снова все слетятся, а расстояние так вовсе не беда. Ведь с юностью так трудно расставаться, давай к чертям заботы наши и дела. Нам пианист про дядю Ваню все играл, которого на вишне раскрутили. Я так душой и телом здесь страдал, когда друзья на хайку укатили. Играй, маэстро, милый мой, играй, шальную молодость напомни поскорее. Гарсон, полни бокалы, наливай. Задор все тот же, хоть и стали мы взрослее. Гарсон, полни бокалы, наливай. Задор все тот же, хоть и стали мы взрослее. Играй, маэстро, милый мой, играй, шальную молодость напомни поскорее. Гарсон, полни бокалы, наливай. Задор все тот же, хоть и стали мы взрослее. Гарсон, полни бокалы, наливай. Я буду пить все так же долго, не пьянее. Разнохарактерный репертуар у нашего оркестра. Мы видим, это говорит только о том, что у них высокий исполнительский уровень. И вот следующее произведение Дастнера «Так-атака» однозначно это подтвердит. Встречаем. Аплодисменты каждому, каждому исполнителю-оркестранту во главе с Валентином Чижовым.
Браво! Я буду тоже подстроюсь под характер и спою веселую теперь песню, пока отдохнут наши любимые артисты. На том берегу докричаться до тебя не могу. И от слез моих, что льются из глаз, вдруг река любви весной разлилась. Между мною и тобой широко разлилась любви река. Разлилась любви река на века, и роняя берега, разлилась любви река, разлилась любви река на века. Между мною и тобой река, докричаться до тебя не могу. И от слез моих, что лились из глаз, вот река разлилась сейчас. Между мною и тобой широка разлилась любви река на века. Широка и глубока разлилась любви река, разлилась любви река на века. Мы должны жить на одном берегу. Помнишь, как ночевали в стогу? Помнишь, как пели нам соловьи? Ой, забыла слова я свои. Между мною и тобой широка разлилась любви река на века. Широка и глубока разлилась любви река, разлилась любви река на века. И ломая берега, разлилась любви река, разлилась любви река на века. И ломая берега, разлилась любви река, ой, разлилась любви река на века. Опа! Главное красиво танцевать, правда? Хоп. Разлилась любви река на века. Спасибо. Ну и в том же характере, в том же темпе. Ах, Одесса.
солистка очаровательная Виктория Логвиненко. Встречайте! Все и снова повторю. Кто сказал тебе, ну кто сказал тебе, кто придумал, что тебя я не люблю, я каждый жест, каждый взгляд в твоей душе берегу. Ой, голос в сердце моем звучит, звенит, никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда люби меня. Верить не хочу и думать не хочу, что придет разлука и не сбудутся мечты. Ночью я кричу, от горя я кричу, если снится, что меня не любишь ты. Я каждый шест, каждый взгляд твой душе берегу. Вот голос в сердце моем звучит, звенит, никогда я тебя разлюбить не смогу. И ты люби, ты всегда люби меня. Лицом к лицу, и музыка военная играет.
играет на плацу. Дирижеры военные, ваши руки волшебные, смазки-скуки бравурные, полетят в небосвод. Это красная конница, учится рысью победною, и парад 41-го дню победы ведет. И вновь, как старь, давая всем пример, на плацика подтянутый выходит офицер. Оркестр и он стоят лицом к лицу, и музыка военная играет на плацу. Yeah!
дорогие друзья. На этом наша концертная программа подошла к своему логическому завершению. И мне хотелось бы еще раз напомнить вам, что сегодня солистами были замечательный Сергей Щекин. Аплодисменты! Очаровательная Виктория Логвиненко, Олег Синютин, наш прекраснейший, замечательный оркестр духовых инструментов «Любимые мелодии» под руководством Валентина Чижова. Мы хотим пожелать самого главного нашему оркестру – это творческих успехов, а каждому из вас – семейного благополучия и крепкого здоровья. Дорогие друзья, я не ошибусь, здесь сегодня в этом зале собрались все друзья этого замечательного коллектива. Не все, но самые преданные, будем так выражаться. Я думаю, что все – это практически весь наш Новоспольский район. От года к году улучшалось качество работы этого оркестра, дорогие друзья. Вспоминая те 90-е годы, когда зародился этот замечательный оркестр, и сравнивая его с сегодняшним выступлением, это небо, конечно, и земля. И сегодня можно с гордостью сказать, что Новоспольский оркестр вот звучит на самом высоком профессиональном уровне, работают люди. Я вам скажу, дорогие мои, что здесь вот каждый участник этого оркестра – это эксклюзивный человек для нашего города, для нашего района. Это уникальный человек. Потому что создать такой оркестр в нашем небольшом городе и районе – это большая проблема. И найти таких музыкантов, собрать их вместе – это, конечно же, великое дело для нас. Потому как мы даже конкурс не можем объявить. Но вы посмотрите, как они выросли, как профессионально сегодня они работали на этой сцене. Здесь есть те люди, которые с самого начала создания оркестра здесь, в этом оркестре играли и играют на сегодняшний день. А есть эта молодежь прекрасная. И сегодня я скажу так, что это не духовой оркестр, это эстрадно-духовой оркестр. Это замечательный оркестр. А почему так случилось? А случилось лишь по одной причине, что многие-многие годы назад, вот как ведущая сказала, 18 лет назад, к руководству этим оркестром пришел замечательный профессионал, музыкант, великолепный человек. Это просто преданный человек музыке Валентин Сергеевич Чижов. Этот человек сумел сплотить этот коллектив, сумел его вывести на высокий профессиональный уровень. И сегодня разрешите от всей души поздравить всех оркестрантов с этим замечательным, прекрасным, отчетным концертом. И, конечно же, маэстро Валентина Сергеевича, пожать ему руку. Сказать ему большое спасибо за все эти годы, которые он вместе с нами, с этим оркестром, радовал нас каждый день и каждый год. Удачи вам, дорогие мои друзья! Успехов новых творческих, а мы, зрители, будем с нетерпением ждать новых концертов. До встречи! Так, позвольте мне еще, как директору дворца, сказать, Валентин Сергеевич, а сейчас модно говорить слово «бренд». Вы наш бренд, нам очень повезло, вы наш лотерейный билет, потому что вы уникальный просто, наш приз для дворца, и мы рады, что вы в наших стенах работаете, творите и так успешно. Спасибо вам огромное! Ну а, конечно же, мы не имеем права сказать «до свидания». Мы говорим «до скорых новых встреч». Спасибо!